На комбинате, проработал на комбинате, на заставе, вот. Ну, прекрасно работала, работа мне была. 30 лет отработал, решил по старости лет немножко отдохнуть. Ну и сейчас вот помогаю в зоопарке. Каждый украинский народ, он не ленивый. Я знаю, что он всегда, вот сейчас смотрю, как только вы стрелять забыли, люди повыходили, повылазили с подвалов, и каждый ищет себе работу. Уже некоторые работают. С утра просто попросили, говорят, у нас не доились коровы, некому было доить. Я пришла, начала доить коров. Вот мы их доим, поем телят, у нас телята родились, поем телята. И так постепенно я начала потихонечку там помогать, тому помогать. И вот на весь день мы остаемся тут помогать. Что я могу сказать? Когда дом разбит, жизнь разбита, что можно сказать? Ни работы, ни еды, ни воды. Лили ложку на двоих, а дети в роддомах умирали с голода. Какое будущее? Ни на что я не надеюсь. Полностью разбита, у меня ничего не осталось. Выгорело все абсолютно. Я вышла в куртке в зимней, ну, когда началась война. Вышла в зимние куртки и в сапогах. Сапоги перешли в негодность. Все, что на мне одето, все мне дали люди неравнодушно. Я работала в Приазовском государственном техническом университете. Мне работа очень нравилась. Я очень хочу, чтобы его восстановили, чтобы продолжалось обучение, чтобы наши дети получали образование. Я бы хотела жить в своей квартире в мирное время, ходить на работу, общаться со своими детьми.